времени. Мне, наверное, акцентировать внимание на том, что первоначально в выставочном зале, ну и, конечно, инициатива первого года, и в его основу были положены многочисленные, прежде всего, это обнародование результатов расстрела мирных жителей на территории нашего района, населения Баранежского района. Мы начинали с того, что... Эту тему, о том, что вот память политических, экономических, идеологических войн, она такое тяжелое время.